надо делать определенные практики, и мы планируем сделать такую семидневную ритуал, ритуал молчания, и там мы будем подробовать очень много часов медитации, потому что это будет, как скоростной самолет, движение в полном потенциале. То, что мы делали сейчас, это очень пульс, ты коснулись, не поможет, но хочешь развиваться дальше, хочешь применять свои жизни, хочешь ускорить очень более глубокий опыт, вы все-таки зашли. Есть еще много-много практик. И важно, когда мы делаем, мы посвящаем на благо всех людей. Потому что мы тогда расширяемся. Наше восприятие расширяется. Мы посылаем свою хорошую энергию. Алло. Алло. Ну что, забывайся на выход. Ты где находишься? А, так я на Золотых воротах ще. Там, де Рейтерська в тому районі. А ви вже під'їжджаєте, да? А, ну давай, я десь. Я тільки десь в годині 8 десь буду. В такому районі. Там що треба допомогти? Там є що? Там щось тяжке? Да.